Ваня, ты понимаешь, что мы сегодня будем реализовывать? Это огромный картонный самолет. Сошел с ума, успокойся. Девочки, я в шоке. Мне кажется, это будет классно, интересно. И в конце мы не просто его построим, а попытаемся сделать так, чтобы он полетел. Ты вообще с ума сошел. Ну что ж, приступим. Для начала мы должны понять, какого размера нам нужен самолет. Мне кажется, 4 метра в длину будет норм. Хотя давайте 5. В общем, делаем 6, и длина крыльев тоже метров 8. Ребят, уже прошло 4 дня, я хочу вам показать, что у нас получилось. Я просто не могу смотреть. Вы посмотрите, это потрясающе. Мы просто взяли одну палку и присверлили к другой палке. Это уже почти самолет. Не просверлили. Егору не говори, только пока. Никогда не думал, что это скажу, но скоро на канале 4 миллиона подписчиков. Осталось совсем ничего. Мне нужна ваша помощь. Вот прямо сейчас спуститесь вниз и нажмите на эту красную кнопочку подписаться. Вот, смотрите, красная кнопка. Давай. Сделаем 4 миллиона, мы же можем это сделать, я верю в вас. Тем более, наши видео смотрят по-прежнему 68% без подписки. Это незаконно, мы блогеры, мы стараемся. Было бы неплохо подписаться на канал. Сделайте приятное нам, блогерам. Ну что, ребята, уже прошло часа 3 полноценно мощной работы. Мы вырезали детальки. С картоном тяжело, потому что нужно четенько вырезать и делать это аккуратно. Чтобы вы понимали, это уже каркас самолета. Это будут крылья. Вон там, Владик, я так понимаю, главный цилиндр вот этого самолета. Вот это хвост. Это такая, знаете, большая глобальная подделка. Пока что это выглядит как шашлык, но так и надо. Делаем шасси, у нас скоро будет уже стоять. Ответственный момент. Нам нужно, чтобы эта штука стояла. И да, мы поставили Wi-Fi пушку. Ваня вон держит ей конец. Куда стрелять? Чтобы сделать самолет правильно, без ошибок, мы решили опираться на игру War Thunder, потому что там самый достоверный вид всех самолетов. Это факт. И, кстати, War Thunder — это масштабный военный онлайн-экшн. В одном бою могут участвовать самолеты, вертолеты и танки России, США, стран Европы и Азии. Миллион игроков по всей земле уже сражаются в War Thunder. Так что присоединяйся к битве и ты. Наземная техника бьется за контроль над стратегическими точками. Вертолеты утюжат танки ракетными залпами. Самолеты атакуют с воздуха огнем крупнокалиберных пулеметов. А бомбардировщики превращают все, что осталось, в пепел. В War Thunder более 1500 единиц военной техники со времен Второй мировой и до современности. Пройди путь от классических бипланов и Т-34 до современных сверхзвуковых самолетов с самонаводящимися ракетами. Т-80 с тепловизором и вооруженного до зубов вертолета черная акула. Улучшай технику дополнительными модулями. Прокачивай экипаж и настраивай внешний вид. Передовая графика, разрушаемость и реалистичный звук обеспечат максимальное погружение в атмосферу войны. Качай War Thunder бесплатно по ссылочке в описании и получай бонусы для легких побед. А мы погнали дальше делать эту малышку. Первый день подходит к концу, и у нас готов весь корпус, который завтра мы будем обшивать оставшимся картоном. И у нас его осталось очень много, так что все будет хорошо. Правому футболу под поздравом. Обшивка картоном – это одно из непростых занятий, которые мы делали. Ну а во-вторых, постоянно ощущение, что мы его помнем. Но, несмотря на все, у нас получается, и мне кажется, становится очень даже похожим на оригинальный самолет. У нас уже почти все готово. Мы находимся сейчас, наверное, почти в финальной стадии. И, кстати, это уже второй день. К нам пришла Яна. Она вообще не собиралась? Камеру вырубай. Ваня, ты как? Мне кажется, что дальше звезд улетишь. Ваня, кстати, классный пацан, потому что, несмотря на то, что мы поспорили, он все равно мне помогает, чтобы реализовать и проверить, полетит он и или нет. Ладно, что нам осталось? Обшить его, поставить пропеллер, конечно же, покрасить и кабина. Да, у нас будет кабина. Пока там занимаются ребята с самолетом, я решил все-таки сыграть одну сечу War Thunder, потому что не удержался. Вообще, на самом деле, я играю в War Thunder уже очень-очень давно, лет, наверное, 5. Это очень долго, и играть я умею. Совсем недавно я создал новый аккаунт, потому что мне нравится, как выглядит самолет Buffalo F2. Ну что ж, можно начать бой? Все, мы вылетели. Давайте полетим влево. Это моя тактика. Полетим влево, а потом в центр. Чаще всего первые вот эти самолеты, они летят к технике, чтобы ее уничтожить. А там ты можешь их ждать. Оп, Як. Як второй очень близко. Так, попадание, 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 попадание.
Вот, видите, он сразу взялся штурмовать мои танки на хвосте. Мы на хвосте, это хорошо. Но он очень маневренный самолет, но очень хрупкий. Он уже дымится. Давай, давай, давай. Почти, почти. По кабине стреляй. Попадание. У меня в теме весь экран грязит. Все, перезарядка произошла. Поехали. Вот сейчас ему не жить. Есть критическое повреждение. Но я не могу его просто так оставить. Я должен его вынести полностью. Нет, он еще планирует, смотрите. Какой крепкий. Все, самолет сбит. Наконец-то его вынес. Что-то он прям меня достал. Фух. Потненько, потненько было. И 15, это крепкий. Мне нужно что-то попроще. Что-то быстрое, но хрупкое. Ух ты, как их много. Вот есть и 16. О, вот это по мне. Он мой друг, он выносит моего союзника. Я сделал ему критическое повреждение и ушел. Не-не-не, только не падай, только не падай. Держаться надо. Но он дымится, осталось совсем чуть-чуть. Критическое повреждение, критическое. Добивай, добивай, добивай. Кто-то у меня на хвосте. Ай, черт. Но я вынес 4 самолета одним. Одним, представляете, это неплохо. Неплохой результат. Но это было однозначно очень интересно. Егор, ты будешь помогать или нет? Да, иду. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось смотреть, как я играю. Все, иду, иду. Ребят, как же я вам завидую. А? Для вас это просто моментально проходящее время, а для нас это целых 2 дня непрерывной работы. Ага. Мы почти уже готовы? Да нет, мы уже полностью готовы, осталось только покрасить. Смотрите, как это круто! Мы реально делали точную копию. У нас, конечно, есть пару нюансов, но в целом очень похоже. Сравните это пример. Вот он. И наша сосочка. Не понял. Это соска, не реалка. Иди поспи, реально. Пеннер тоже под углом, как в оригинальном самолете. И когда крутишь, мы заметили, что там сдали прям ветер. Прям как вентилятор работает. Мы также сделали кабину. Осталось покрасить и все. Там, правда, место будет на одного. Насчет нюансов. Наш самолет не на 100% из картона, как вы уже заметили. Пропеллер у нас из трубки ПВХ. Колеса мы брали прям настоящие. Если бы мы сделали картонные колеса, то мы просто не выдержали такого веса. А, ну антенну не сделали. И так сойдет. А теперь осталось покраска. Мы сделали самолет. Он за закрытой ширмой, так сказать. Через 2 секунды мы его откроем и посмотрим. Мы будем сбрасывать его вот с этого обрыва. И если он полетит, то он точно полетит вот куда-нибудь на дорогу. Все безопасно, давайте смотреть. Пушечка, посмотрите, лопасти вообще прям получились идеально. Впервые у нас получилось вот прям я доволен, ну процентов, наверное, 95. С такими крыльями, которые у него, я уверен, что он далеко пролетит. Но есть одна проблема, Егор. Он не влезает в размер этого ангара. Да, мы только потом поняли, что он не вылезет с этих дверей, и нам нужно что-то делать. Наверное, его переворачивать. Слава богу, он легкий. Эва, меня? Вылезла. Вот это самолет! Так неожиданно и приятно. Сколько он пролетит? Мне кажется, ну метра 4-5 точно. Думаешь? Ну, он же из картона, он легкий. Да, именно. Вот когда Ваня его поднял, он понял, что он легкий, у меня все-таки есть шанс. Играем на поджопник. Если он пролетит 5 метров, я бью ему подсрочник. Блин, это, наверное, так комично со стороны смотрится. Самолет по факту выглядит как настоящий самолет. Но несем мы его втроем, и он очень легкий. О, оп! Все, ребят, момент истины. 25 июня, 21:44. Мы сбрасываем этот самолет и надеемся, что он пролетит хотя бы 4 метра. Ты готов? Я готов всегда. Это мне кажется, что он упадет. Ну ладно, давайте. Окей, начинаем. Вправо убегаешь, а я влево. Готовы, ребят? Я влево убегаю. Раз, два, три. Раз, два, три. Ускорься! Я думал, что он прям носом в землю. Но он пропланировал. Если бы мы бросили его сильнее, я уверен, он бы долетел до дороги. Он просто разбился. Все, ему просто капец. Как странно. Приземлился он неплохо. 2 дня работы в ангаре. С утра до вечера. И жесткая посадка. Проверим его на устойчивость. Я попробую сесть в кабину. Вань, подержи крылья. Это дверь как в Ламборджини. Вот прям, знаете, даже новый уровень. Просто... Ну что, ты присел? Закрывай. Не, ну слушайте, достаточно удобно. Если бы меня сбросили вместе с этим самолетом, возможно, я бы им управлял. Давайте мы посчитаем, сколько пролетело. Раз. Два. Да, да. Три. Четыре. Пять. Шесть. Победил.
Я считаю, что Ване нужно дать пендель за предыдущий ролик, когда он отказался идти с нами. Точняк, хорошо, ребят, если хорошо. Вы не видели предыдущее видео, то Ваня там это... Пробиваю братский пендель. Короче, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите этому видео лайк. Не поставите этому видео лайк, вы полетите следующий на нем. Спасибо, что досмотрели именно до этого момента. Мы погнали снимать новое видео. Ну а пока, пока. И, ребят, не забудьте, ссылка на War Thunder в описании. А я вижу, ты не подписан. Жду. На канал. Ну да. Просто спустись, там кнопка красная. Ты подпишись на мой канал. Сделай это сам. Жми. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран. Жми. Подпишись на мой канал.